Здравствуйте, наши любимые телезрители! В эфире программа «Стиль жизни» и я ее ведущий Анатолий Эйн. Наступил новый 2018 год. Я вас поздравляю с этим замечательным праздником. Желаю любви, счастья, море путешествий и, конечно, следить за новинками из мира моды. И прямо сейчас, сегодняшний выпуск программы, я предлагаю еще раз вспомнить Таллинскую неделю моды, Рижскую неделю моды и Московскую неделю моды вместе со мной и получить стильные и модные советы. Не забудем и о новинках в мире модной индустрии, ведь Новый год – это новые открытия. Давайте начнем прямо сейчас. Поехали! С вами программа «Стиль жизни» и наступил новый 2018 год. И мы продолжаем наши модные увлекательные путешествия. И рядом со мной моя соведущая, модель Илона, привет. Привет, Анатолий. Здравствуйте, наши любимые телезрители. Правильно говорят, что в Новый год нужно взять с собой, во-первых, хорошее настроение и только самое лучшее и прекрасное из предыдущего года. Я беру тебя в Новый год. А что мы заберем еще? Ох, это настоящий комплимент, но я думаю, что еще нужно с собой взять нашу модную дорогу, программу «Стиль жизни», любимых телезрителей и начать наше модное, увлекательное путешествие. Ну, напомним, что в прошлом году самые яркие, интересные моменты – это было посещение Таллинской недели моды, Рижской недели моды. И, конечно же, Московской недели моды. И все это индустрия красоты. А с чего начинается наша с вами красота? Конечно же, с волос. Самое время поговорить о итальянском бренде Linea. Мне особенно приятно, что теперь он представлен и у нас в Эстонии. Да уж, итальянцы знают толк в красоте. С чего начинается наш с вами путь к красоте и к успеху? Я думаю, что ответ прост. Во-первых, это правильно подобранный шампунь от Linea Natura. Содержит только натуральные компоненты. Питает и способствует росту ваших волос. И если мы с вами подобрали шампунь, то в комплект стоит добавить Linea Natura бальзам, который будет питать, защищать и восстанавливать ваши волосы. И я думаю, что уже совсем скоро с красивой прической и волосами, думаю, что стоит посетить очередную неделю моды. Почему бы нет? А раз уж мы заговорили о том, что шампунь и бальзам способствуют росту волос, то, наверное, наши телезрительницы знают, что эта проблема особо актуальна для беременных и для молодых мамочек. А молодых мамочек, в свою очередь, наверное, заинтересует детская линия. И эта детская линия называется Linea Mama Baby. Очень красивое название, прекрасные комплекты. Выбор очень разнообразен. Например, есть шампунь, маслечко для вашего малыша, а также пенка для ванны. И это еще не все. Ведь не только наши юные телезрители могут воспользоваться этим прекрасным комплектом, но и взрослые. Вы можете взять с собой его в дорогу, в любое путешествие. А какая хорошая идея для подарка приобрести такой ми-ми-ми комплект. А есть и альтернатива, например, спа-комплект. В Новый год берем только самое лучшее и интересное. Мы с вами поговорили о шампунях, бальзамах, красивой детской линии, но все-таки продолжим разговор о стиле и модных тенденциях. Ведь в новом году наверняка у наших телезрителей предстоят светские мероприятия и различные показы мод. А для этого нужна красивая и роскошная укладка. И что же нам для этого необходимо? Linea предлагает целую серию продуктов красоты именно по укладке. Это наши с вами любимые лаки для волос. Важно заметить, это не аэрозоли, это Ergo Gas Spray. Лак для волос, конечно, защищает ваши волосы и ни в коем случае не портит их. И не стоит забывать, что после любого мероприятия прическу надо расчесать. И обычно это сделать очень сложно. Но вместе с Linea этот вопрос решен прямо в 2018 году. И это еще не все, что мы хотели бы вам показать. Ведь Linea предлагает средства специально для блондированных волос.
есть просто незаменимый шампунь, который поддерживает цвет волос, а также увлажняет их. И еще я посоветую наносить масло на кончики волос. Есть еще один альтернативный вариант, как восстановить ваши волосы. Это капсулы от Линея. Я думаю, что через какое-то время вы получите долгожданный результат. И, конечно, не забывайте следить за последними модными тенденциями. Ухаживайте за своими волосами вместе с Линея. Ну а мы с программой «Стиль жизни» будем посещать только самые интересные модные мероприятия и делиться интересными советами прямо с вами. Сегодняшний наш выпуск будет полностью посвящен модной индустрии. И я отправился на таллинскую неделю моды, Tallinn Fashion Week. Во время таллинской недели моды проходит не просто конкурс, а награждение. Огромное событие. Выбирают дизайнера года. Золотая игла. И мне особенно приятно, что сегодня золотая игла досталась одному из моих самых любимых дизайнеров. Рядом со мной победитель золотой иглы, наша прекрасная Кристина Вирпалу. Поздравляем. Валю Инне. Айта. Спасибо. Как готовилась эта коллекция? О чем она? Чем навеяна? В первую очередь, цель сделать женщин еще более красивыми. Вторая цель – пропагандировать узоры эстонской ручной работы и ручную работу в целом, поскольку в мире так мало людей, которые покупают ручную работу. У меня работают женщины, которые делают ручную работу идеально перфектно. И этим мы исправляем свою национальную культуру в ключе от кутюр. Я продолжаю свое уникальное путешествие по бэкстейджу Таллинской недели моды. И рядом со мной знаменитый эстонский дизайнер Тина Таломес, который сегодня показывает коллекцию Тина Таломес Кутюр. Здравствуйте. Здравствуйте. Коллекционный имя он Female. Название коллекции Female пишется раздельно. F и male. Означает «железный мужчина». Ведь женщина может быть тоже очень хорошим мужчиной. Если более просто объяснить, то мы использовали мужские детали в женской одежде. Можно быть женщиной в костюме, мужской рубашке, чем угодно. Важно содержание, которое внутри нас. Не одежда диктует женственность, женственность внутри нас. Прямо из недели моды, как вы думаете, куда мы попали? А попали мы в школу, именно в модельную школу JK Club. Как стать той самой известной моделью? И с чего начать? Конечно, если мы с вами сейчас говорим о модельных параметрах и модельной школе, нужно поговорить со знаменитым дизайнером. Ведь в первую очередь именно дизайнеры выбирают вас, будущих моделей. Рядом со мной Диана Денисовна. Здравствуйте. Привет. Здравствуйте. Перед показом проходит модельный кастинг. Безусловно. На что вы обращаете внимание? Самое главное для меня, насколько девочка может показать модель. Начинающие модели пытаются показать себя. А вот это вот самая большая ошибка. Любая модельная школа дает девушке, прежде всего, возможность поверить в свои силы и почувствовать себя. Дает ей правильную осанку, умение держаться, умение ходить, умение поворачиваться, умение улыбаться, умение фотографироваться. Это все просто необходимо в жизни сейчас. И не только для юной девушки, но и для девушки постарше. На что ты обращаешь внимание, когда выбираешь
модели для своего показа? Зависит от того, какую коллекцию я делаю. То есть, если я делаю вечернее платье, то нужен рост. Если я, допустим, делаю что-то предапарте на каждый день, конечно, я выбираю модели, немножко отличающиеся от параметров модели, то есть это плюс. Рядом со мной представитель школы моды JK Club Карина Вау. Привет. Привет. Как попасть в JK Club? Попасть очень легко. Главное – желание и связаться с нами. У нас три возрастные группы – от 7 лет и самая старшая – до 20 лет. Мы обращаем внимание на постановку движения. Мы учим фотопозированию, макияж и основу визажа. Яна Сулковская, рядом со мной – хореограф школы моделей JK Club. Как сохранить свою фигуру, приобрести красивую осанку? Что для этого нужно делать? Очень важно, чтобы девочки следили за своим питанием и делали ежедневные физические упражнения для осанки и укрепления мышц. Рига Fashion Week стартовала, и я предлагаю нашим телезрителям вместе со мной увидеть несколько показов. Елена Страхова, здравствуйте. Здравствуйте. Вы являетесь президентом Балтийской федерации моды и главным организатором Рига Fashion Week. Как удается держать все в своих сильных руках? Удерживать мероприятие удается благодаря нашей профессиональной команде. Каждый год она все пополняется, пополняется, и люди, работающие годами, конечно, они набирают этот опыт бесценный, который, в общем-то, нигде больше не набрать. Рядом со мной легендарный человек, представитель искусства, историк моды Александр Васильев. Здравствуйте. Здравствуйте, дорогой. Сегодня мы открываем выставку, посвященную легендарному Кристиану Диору. Уникальные 50 моделей, сделанные как при жизни, так и его последователи. 260 аксессуаров, 29 шляпок дома Кристиан Диор. Все это ждет вас в Рижском музее моды долго, до апреля 2018-го. Как долго создавалась выставка и как долго вы ее собирали? Мы собирали ее 40 лет. Если вы хотите историческую коллекцию, то надо ждать и готовиться. Музей моды открыт ежедневно, без выходных, с 11 до 6. Ждем вас в Риге. Встреча с Кристианом Диором неминуема. До встречи. Самое время поговорить о лучших друзьях девушек. Конечно, это украшения от Glens Glamour и итальянского бренда Tissento Milano. Рядом со мной королева украшений, представитель Glens Glamour и Tissento Milano Эва Ристо. Привет! Привет! Как у тебя настроение и это невероятное ощущение здесь, на Рижской неделе моды? Супер, супер, супер. Мне очень-очень понравилось здесь. И чувствую этот энергия, и фьюзн, и что мы точно в теме. Самое главное – это быть в теме. А чтобы быть в теме, нужно следить за выпусками передачи «Стиль жизни» и носить украшения от Tissento Milano. Какую коллекцию представляет Tissento Milano здесь, на Riga Fashion Week? Прямо из Милана. У нас с собой новая коллекция, зимняя коллекция Tissento Milano. А о чем эта коллекция, я расскажу нашим телезрителям. Там несколько линий, то есть каждый может сочетать и комбинировать на свой вкус, в зависимости от погодных условий, от настроения или даже от того, что если вы решите отправиться в модное путешествие. Совет прямо от Эвы для наших телезрителей. Любите друг друга. И сияйте. Носите аксессуары Tissento Milano и будьте в модной теме. На сегодня это еще не все, что мы хотели вам показать. Сразу после короткой паузы мы продолжим наш стильный и модный разговор. Так что оставайтесь с нами и не переключайтесь.
этот раз я предлагаю нашим телезрителям вместе со мной окунуться в мир модной индустрии и отправиться прямо сейчас в столицу Российской Федерации, город Москва, где проходит Mercedes-Benz Fashion Week. Неделя моды, на которой демонстрируют свои коллекции весна-лето уже 2018 года известные дизайнеры и бренды. Мы проникнем за кулисы, пообщаемся с гостями, с дизайнерами и узнаем последние новинки из мира моды. Буквально 2 минуты до показа Беллы Потемкиной. Здравствуйте, какое у вас впечатление перед показом? Впечатления прекрасные. Как всегда, ожидаем праздника, фееричного шоу, потому что Белла других не устраивает. Я люблю Эстонию и надеюсь, что еще к вам приеду. А ты прям из Эстонии приехал? Прямо из Эстонии. Прямо на показ Беллы Потемкиной? Вот прямо специально. Блин, на показ Беллы, в Эстонии, да. От меня всем огромный привет. Потемкина рядом со мной в программе «Стиль жизни» на канале 3+, Эстония. Здравствуйте, привет! Добрый вечер всем! Отличный показ, хочу вас поздравить, потому что мы в Эстонии привыкли видеть скандинавский минимализм. Здесь все по-другому. Откуда вдохновение взялось? Ну, во-первых, я очень люблю ретро, классику, голливудский шик. И сегодня вы это заметили, просто он был сегодня интерпретирован на современный манер. И сегодня была у нас потрясающая звезда на сцене. Это Ольга Бузова, певица, ведущая. Я обожаю ее хиты новые. И, конечно же, благодаря общению и партнерству с такими яркими личностями, конечно, у меня коллекции яркие, сверкающие, полные пайеток, бархата. Пусть у вас все будет очень красиво и модно. Как я люблю свою работу на канале 3+, Эстония, ведь меня всегда окружают последние модные тенденции. Я хотел сказать, нет, прекрасные, красивые дамы. А что особенно запомнилось? Мне очень понравилось серебряное платье с капюшоном, с красной звездой, красные сапоги обтягивающие, красный комплект. Я знаю, что вы вместе с Марией Погребняк выпустили песню. Да, этой весной, да, у нас был дебют, и мы выпустили такой трек. Можно сказать, хайповый трек. Прорыв 2017 года. Именно в истории хайпа. Да, в истории хайпа. И давайте прямо сейчас вместе посмотрим на счет 3, 2, 1. Ты знаешь, что ты хочешь быть, как я. Быть, как я. Жить, как я. Лечить на все, что хочешь. Ведь кто-то может не понять. Ты знаешь, что ты хочешь быть. Настоящая волшебная сила телевидения прямо из Москвы с Mercedes-Benz Fashion Week принесла меня куда? Обратно в Таллин. И самое время поговорить о макияже. И рядом со мной представитель про-косметика Жанна. Привет! Привет, Анатолий. Я хочу отметить, что ты выглядишь невероятно, как всегда, и впрочем, и на тебе волшебная блузка из коллекции Беллы Потемкиной. Это означает, что ты только что с этого показа. Да, я была на этом показе, и я хочу сказать, что я в полном восторге от дизайнера. У нее были очень яркие образы, макияжи, прически, и девушки все выглядели как настоящие звезды. Новинки в модной индустрии. Такие есть и в декоративной косметике наверняка. Макияж, выполненный, например, в одной цветовой гамме, выглядит очень красиво и естественно. Образ, созданный тенями, помадой и румянами близких оттенков, всегда подойдет для деловых встреч и для различных мероприятий. Акцент хочу сделать на белый карандаш, который очень красиво будет смотреться, если вы подведете внутреннее веко глаза. На первое место я поставлю румяна с бронзатором. Я посоветую нашим телезрительницам, прорабатывайте румянами не только ваше лицо, но а также шею и зону декольте, если вы отправляетесь на светское мероприятие и одеваете шикарное открытое платье. Отдыхайте, путешествуйте, посещайте показ моды и, конечно, следите за собой. И чтобы все это успеть сделать за полчаса, смотрите программу «Стиль жизни» и приобретайте продукты красоты от Pro Cosmetics
оттенка, которые только подчеркнут вашу индивидуальность и сделают вас неотразимо прекрасным. Программа «Стиль жизни» на канале 3+ Эстонии. Мы продолжаем наше модное путешествие. Я встретил невероятного человека. Мне очень повезло. Лариса Адольна рядом со мной. Здравствуйте. Добрый день, добрый вечер. Я вижу, что вы пришли на один из показов. Что вам понравилось и запомнилось? Ну, я пришла специально на показ Гоги Никовадзе, потому что это мой любимый дизайнер, который меня одевает уже третий год. И все мои концертные платья, и даже не концертные, а жизненные, бытовые, все принадлежит его руке, его голове, его сердцу и так далее. Я его обожаю совершенно и считаю его лучшим. Как вы относитесь к моде? Считаете ли вы, что мода идет в ногу с музыкой? Ну, в принципе, да, потому что если брать известных исполнителей, да, публичных людей, то это, естественно, они всегда обращают внимание на то, в чем они одеты, в чем они выходят на сцену, какой-то отклик найдется у публики. Если ваш образ уже готов, и вы отправляетесь на светское мероприятие, какой автомобиль себе выбрать, чтобы он был шикарный и стильный? Прямо об этом мы сейчас и поговорим. Перенесемся на мгновение в Таллин. Настоящие чудеса происходят вместе с программой «Стиль жизни». Не правда ли? Как и сейчас мы вместе с Марией оказались в этом роскошном автомобиле, и у нас звездное небо. Возможно ли это, спросите вы? Конечно, если вы приедете в автомобильный салон красоты «Рейд». Этот эксклюзивный автомобиль создавался в течение нескольких месяцев. Потолок ручной работы – 12 тысяч точек. Он единственный в своем роде. Как настоящее платье от кутюр с добавлением эксклюзивных деталей. Вместе с Марией и нашими телезрителями мы увидели роскошный интерьер автомобиля. Да, этот роскошный автомобиль можно арендовать в фирме «Альден Рент» для разных мероприятий, событий, праздников. Ну, помимо предстоящих событий и праздников, конечно, не за горами холода и морозы. А это означает, что ваша любимая машина должна быть к этому готова. Да, есть разные пакеты по подготовке автомобиля к осени-зиме. Они позволяют машине дольше сохраниться чистым, придают блеск, лучше отмываются от грязи. У нас есть натуральные воски от 1 до 3 месяцев, полимерные покрытия до 6 месяцев, керамические покрытия от 1 до 2 лет. И самое лучшее, это жидкое стекло, которое держится до 5 лет. Помимо внешней, существует и внутренняя подготовка вашего любимого автомобиля в осенне-зимний сезон. Зимой рекомендуется сделать уход за кожей, так как кожа может потрескаться в морозы. Поэтому у нас есть очень хороший уход за кожаным салоном, чтобы ваш автомобиль оставался таким же красивым и весной. А я, в свою очередь, советую поменять летние коврики на зимние. И еще сделать антидождь для стекол. А сейчас самое время модных пожеланий от Рейд. Будьте модными, красивыми и счастливыми. И пусть ваш автомобиль сверкает в любую погоду. Анастасия Докучаева, бренд и человек рядом. Здравствуйте. Здравствуйте. Есть ли какой-то, на ваш взгляд, вообще в модной индустрии на сегодняшний день антитренд? Не нужно цеплять на себя все модное. Найдите свой стиль и научитесь комфортно себя чувствовать в нем. Из всех тенденций, моды, трендов, всего, что появляется, просто относительно своего стиля вычленять какие-то тонкости, детали, что-то еще. Находить в моде нынешней что-то приближенное к вашей стилистике. Да, найдите себя. Да. Будьте в стиле и не будьте жертвами той самой моды.
Я продолжаю свое путешествие за кулисами, ведь здесь царит невероятная, это самая модная атмосфера. И рядом со мной певица, телеведущая Анна Калашникова. Здравствуйте! Здравствуйте! Совсем недавно у вас вышел музыкальный клип на песню «Без макияжа». Песня летняя, такая солнечная, напоминающаяся о теплых деньках, о любви. Пожелание нашим телезрителям – заряд энергетики прямо из Москвы сделать. Солнце, море, пляжи, берега, пейзажи, и без макияжа падать в песок. Видеть это небо с ночи до рассвета, провожать закаты только вдвоем. Вот она, любовь. Сегодняшний выпуск программы подошел к концу, но я очень надеюсь, что вы провели это время с нами в отличной компании и запомнили ценные и модные советы. Не забываем подписываться на мой Instagram и канал в YouTube. И уже в следующее воскресенье мы встретимся с вами вновь в 10 утра на канале 3+, в программе «Стиль жизни». До встречи, пока!